Короче, я хотела вам еще несколько часов назад записать какой-нибудь сторис с пожеланием прекрасного дня, но бесконечные мои разговоры по телефону, и я была занята, в общем, и осталась совсем тут на донышке, в общем, на донышке за вас. Ну и, конечно, теперь уже совершенно точно я вам желаю хорошего дня. И знаете, я вам чего еще хочу пожелать? Чтобы за косяки других вам не было стрёмно. Что вот если другие косячат, пусть косячат спокойно, а ваша совесть пускай всегда будет чиста. Вот моя совесть чиста, но так мне херово от того, что другие косячат иногда. И я прям думаю, ну почему? В общем, пускай у вас все будет хорошо, друзья.